Всем привет! Сегодня у нас 17 апреля. Азовское море между Голубицкой и Пересыпью. Сейчас мы измерим температуру Азовского моря на полтретьего дня. Вот пока шел, на улице у нас 25 градусов тепла, но это я пока прошелся 100 метров. Было 23 градуса в тени. Это уже хоть и ветер, но это температура вот на солнышке. На градуснике под навесом 23 градуса. Вот пока шел градусник, датчик градусника нагрелся от земли, от ракушки, от испарения. И сейчас мы измерим температуру Азовского моря. Так, ну, посижу подольше. Посмотрим. Вот, возле берега, там, где самое теплое место. Вот, 14,7 было, 14,8. Ну, каких же 19? Это уже 19-20 градусов замеряю температуру Азовского моря. Ну, где же? Что-то я такой температуры, ну, 15. Но это уже долго сильно сидел. Вот это вот максимум. Ну и немножко прогуляемся по берегу. Солнышко-то выглядывает. Сегодня третий день ветра южного. Ну, он вроде бы уже прям хорошо стихнул. Вчера в Темрюке он прям вечером вообще ветра не было уже. Обещаю, что завтра ветра не будет такого уже. И вот мы прогуливаемся в сторону Голубицкой, иду. Ветерок уже такой на берегу не сильный. Сегодня Азовское море прозрачное, чистенькое. Уже этих вот водорослей поменьше здесь стало. И вот так вот, если идти смотреть на Азовское море, на берег, то вроде бы все красиво, все нормально. Но пока еще свежо, просто замеряю температуру Голубицкой. 19,5 градусов уже у них море. 20 уже было, больше градусов. Ну, как бы, ну вот, я измерил. Сейчас я об измерениях чуть попозже расскажу еще информацию. Вот. А сейчас мы взглянем поближе на водичку. Посмотрим, что у нас с медузами. Вот прям где остановился, там и покажу. Вот. Маленькие медузки. Вон они, их видно. Сейчас я одну даже достану. А то говорят, что это не те медузы, про которых, про большие. Это не те. Как же это не те? Это не азовская медуза, гляньте. Это есть корнерод, или как там его правильно. Вот щупальцы. Только она еще маленькая, вот. Это они и есть. Вот, начали подрастать. Но это есть экземпляры уже и побольше. Вот. Вот, пожалуйста. Вот эти щупальцы. Вот маленькая она. Но что-то они начали подрастать как-то в этом году. Вот. Где остановился, там ее и взял. Ничего не искал я. И вот они, их маленьких уже много. Вот их много уже. Сейчас водичка прозрачная, спокойненькая.
И вот побольше уже. Так что вот это по медузам информация. Они пока, да, безвредные. Но что-то в этом году их стало пораньше, побольше. Ладно, про медузы я рассказал. Про температуру водички рассказал. Так, ну если по мусору. Мусора на пляжах. На пляжах, в принципе, дофига. Бутылки валяются, пакеты валяются, вот. Как бы это не наш пляж. Так вот, а если взглядом оглядеться в ту сторону, сейчас так визуально, если смотреть на камеру, как будто бы все красиво. А так, если по-честному дальше приглядеться, ну, много мусора. И очень много, вот, южный ветер, очень много мусора согнал в море. Ветер в море, и все, что было, отшлифовался берег, весь мусор ушел в море, который не мог уйти. Застрял там на заборе или где-то еще. Тот остался здесь. Вот, пакетик. Пожалуйста. Так что вот это правда Азовского. Хотя еще отдыхающих нету, никого нету. Ну, ну вот. Эта бутылка не улетела в море только потому, что она вот тут, ее одели на палку, и она тут держится на палке, поэтому эта бутылка здесь. Если бы тут валялась бы бутылка пустая, она давным-давно бы уже бы в море оказалась. И стеклянные уходят в море. Ветер сильный, сносит прямо стекло, все подряд. Так что вот какой ветер был сильный, знаете, сколько камушков. Ракушка, верхний слой ракушки ушел ветром. И сколько камушков оголилось. Красивенько, да. Тут можно раскопки делать на самом деле. Как бы я считаю, там где пляж оборудуют. Ну вот, ну что я. Классно. Очень классно. Там, где в Анапе что делают? В Анапе проходят пляж. Как там? Сеют песок или что-то еще делают. Ну, как-то, короче, механическим способом чистят песок на пляжах, в море чистят от мусора, от всего такого, как бы есть. Есть такое дело. Здесь, конечно, где база, этим не занимаются. Занимаются ли этим Голубицкой, я не знаю. Ну вот. Вот такая красота. И это еще немного. Тут кто-то гулял, вот построил экибану какую-то. Так что... Ну, природный мусор, это природный мусор. Его тоже бы, конечно, бы убирать. Я этим в течение 10 лет и занимался, занимаюсь. Природный мусор другое дело, это можно там печку натопить, водичку на душевые. А вот это вот убираешься, убираешься, 10 лет убираешься, и все равно море выносит. Вот там пакетик один, второй, третий, перчатка какая. Я такие перчатки вообще сроду не покупал. Так что вот. Дофига мусора. Ну, это еще, это мало, это считай сейчас чисто. Были года такие, то, что после штормов, когда с моря волной тут нагоняло, было тут посерьезней. Ну, а так сегодня, конечно, красивое Азовское море. Так, ну а теперь давайте насчет измерения температуры поговорим буквально 2 минуты. По поводу измерения, как я калибрую градусник, чтобы померить температуру, допустим, Азовского моря. Вот. Отошел. Вот. Сейчас настоящая температура воздуха с учетом ветра 23,5 градусов.
Как я калибрую градусник этот? Вообще любой покупной. Я сначала проверяю его. Мой способ. Тоже изобретение на самом деле. Я беру электронный медицинский градусник для измерения тела. И измеряю свое тело. Я знаю, что у меня 36,6, иногда 36,5. Но в основном у меня, когда полностью здоровый, хорошо себя чувствую, и у меня температура тела 36,6, прям ровненько. По этому же принципу я и тоже проверяю на этом градуснике уличном тоже. По стерженек то вверх, то вниз я калибрую тоже его. Плюс-минус. Так, ну вот мы и вернулись в кафе. Было 2:30, я говорил. Сейчас без 15:03. И вот что я делаю. Вот я сейчас прям измеряю температуру своего тела. Уже 35,3. Сейчас еще несколько секундочек. Я измеряю электронным градусником температуру тела своего. Узнаю температуру, потом измеряю этим вот градусником, который буду измерять море, и измеряю им свою температуру тела и смотрю на погрешность. Какая погрешность? Так что вот, сейчас уж 35,6, чуть-чуть подожду, чтобы там уже до точности. Уже 35,8. Сейчас мы минуту-две подождем. Так, вот есть тут электронный градусник. Сейчас я и им то же самое сделаю. Измерю свою температуру тела. Так, уже сейчас догоняем до точности. Уже 36,2 это температура моего тела. Так что вот, наглядно показываю, что я измеряю температуру тела свою. Уж не буду я прям ждать прям очень сильно долго. Вот. И на градуснике вот 36,4. Ну, еще чуть-чуть подожду, чтобы уже совсем. Вот, 36,6 температура моего тела. Вот, при вас достаю градусник. Градусник, ну он может чуть-чуть не точно может быть, но все равно вот 36,8 пусть будет, там 2 десятые градуса я передержал, может быть. Вот 36,8, там 36,6 было всего на 2 десятые градуса показало меньше. Ну а в самом кафе немножечко попрохладнее, 21,1. Так что такая вот обстановка сегодня, погода, небо. Ветерок, немножечко стих, вот. Так что как-то так. Цветочков стало больше на клумбе. Трава растет. Птички поют. Всем пока. А, не забываем поставить класс. Всем пока.